В Адмиралтейском районе прошел первый в этом году День донора. На этот раз городская станция переливания крови разместилась в актовом зале здания администрации. Такие дни организовывают в Адмиралтейском раз в 4 месяца. Многие жители не пропускают ни одного визита медиков. На этот раз поделиться кровью пришли около 100 человек. Перед забором крови каждого обязательно осматривает врач. Если вы старше 18 и весите больше 50 килограмм, можете становиться донором. Конечно, при условии, что вы абсолютно здоровы. Если, например, донор переболел ангиной, ОРВИ, гриппом, то отвод на 1 месяц. Также уровень гемоглобина. Мы определяем, у женщины должен быть больше 120, у мужчин больше 130. К абсолютным противопоказаниям относится бронхиальная астма, язвенная болезнь. Помимо чувства выполненного долга, донор получает справку на 2 оплачиваемых выходных и 1189 рублей – компенсацию за обед.